Разрешите представить вам Антонова Максима Дмитриевича, лучшего сыщика, направленного к нам на должность начальника отдела уголовного розыска. А я не начальник. Я вор. Чудной он какой-то. Приехал без чемодана. Для него главное – мировая революция. Стоять! Новая власть за равноправие. Тебе что надо? Предлагаю пойти на большое дело. Там добра на миллионы, вам столько даже не снилось. Скажите, Аня, а вы смогли бы полюбить нечестного человека, в жизни которого были сомнительные эпизоды, который приступал закон? По уставу сотрудникам милиции положено обращаться на «вы». Говорят, наш подкидыш на крупной должности в угрозыске. Мол, фамилию взял Антонов, якобы зовут Максим. Надо взять его и изволохать, пока бабки не отдаст. А это хороший человек? Не совсем, но он очень старается. Только я знаю, какая ты особенная. И как не похожа на остальных. Устраиваем засаду, разоружаем остальных и угоняем спокойно грузовики с добром. Вот и все. Я думал, ты изменился. Где мои деньги? Отпусти ее. Если только попытаешься нас сдать, девку твою по кругу пустим. В таком случае ты погоришь. Да плевать! Бандит и сыщик в одном лице. Как вам это удается? Ты все можешь. Не взять. Это же не твое слово. Аня! Здорово, божьи дети. Здорово, фраер. Кто так может? Кто могет, тот не поймет, а кто не может, не поймет тоже. А, тренируйся.